Всем здорово, всем привет. Очередной это забудни. В общем, сегодня решил прокатиться. У нас минус 10 на улице. Так сказать, немного показаться на видосах. Давно видосы не выпускал. В общем, что, как видите, поставил колпаки. Здесь стоит на ушке, а здесь на другом креплении. Ну, самодельное такое крепление. В магазине покупал. Типа буквы П. Смотрится она, конечно, в заводском исполнении. Правда, подвеска немного сзади, как видите, повыше. На этой неделе, наверное, буду ставить музыку. Также закончу небольшие недочеты. Там бархотки, антенна. Ну и под днищу там защиту буду ставить. А так, в принципе, молдинг я так и не нашел. На Авито есть там, но один просит дорого, другой просит дешево. Ну, состояние у всех по-разному. Ну ничего, к весне найдем. Сейчас поеду в гараж и померю те колпаки, которые у меня были другого вида, там с сеточкой они. Посмотрим, как они будут смотреться. Заодно оцените, какие лучше ставить колпаки. Классические, шестерочные или те колпаки поставить. А так вот, я думаю. Ну а так вот на сегодня так-то снимать нечего. Да и так сказать, нет желания в холод возиться с подвеской. Если только, может, куплю пружины сзади, может, пружины стоковые поставлю, потому что эти высокие. Так что на следующей неделе, скорее всего, ролик выйдет по установке музыки. Музыку буду ставить обычную, недорогую. Установлю сзади два динамика. Там установлю динамики в заднюю полку. Там как раз кто-то уже вырезал отверстие. Пусть будет хотя бы такая музыка простенькая. Ну, на первое время пойдет. Магнитолу возьму обычную, флешка и радио будет там. Ну, никаких усилителей, ничего не буду ставить, врезать. Завтра хотел съездить в один город, поснимать одну копейку. В принципе, там копейку продают на Авито. Посмотреть, она вообще в стоке, в идеале. Просит за нее больше 100 000. Так что, если время будет, съездю, посмотрю и заодно запилю для вас обзор. Ну а что, сейчас пойдем, поставим колпаки те сеточки и посмотрим, как они будут смотреться. Кто-то говорит, что это колпаки от экспортной версии, кто-то говорит от москвича, я не знаю, вот сейчас поставим, прикинем и посмотрим, как они будут смотреться. В общем, сейчас поставлю вот эти колпаки. Цена колпака 9 рублей 75 копеек. Сейчас я их установлю на одну сторону, на шестерку, и посмотрим, как они будут смотреться. Может быть, даже вот эти колпаки оставлю, потому что они, так сказать, редкие. Ну, мало у кого их я видел. Так, ну вот, установил на одну сторону. Вот так они вот смотрятся. Крепятся они. Там специально такое крепление. Фотку я вставлю. Здесь вот обычный болт. Они стягиваются. Сидят они идеально. Как будто они здесь и должны стоять. Правда, вот здесь вот надо сделать какой-нибудь колпачок или катафот, не знаю. Потому что смотрится некрасиво, когда вот такой вот болт. А так вот они выглядят. Получше, чем эти, мне кажется. Хотя, не знаю, на вкус и цвет. Вкусы у всех разные. Ну, я думаю. Ну, они похожи на те колпаки, которые стояли вот на тройках. Там же были фальш-диски, как называется. В принципе, вот эта сеточка. В общем, не знаю. Пишите в комментариях, какие колпаки оставлять. Я хотел купить новую защиту. Видите, вот эта старая, она вся кривая, в масле, тем более она погнута, форму потеряла уже. Также, как вы заметили, я снял второй противотуманный фонарь, который здесь висел.
Теперь вот так вот все по стоку. Также я перевесил номер на стандартное место. Также у меня еще осталась одна проблема по счету пульсации света. Скорее всего, придется снимать генератор, потому что напряжение прыгает. Из-за этого свет то ярко, то темно. Я поменял там регулятор напряжения. В общем, у меня уже были мысли, может, из-за того, что здесь я установил электронное зажигание, может, из-за этого свет пульсирует. Хотя, не знаю, надо будет узнать, почитать. Но завтра все равно я буду снимать генератор, пока защиту не поставил. Сниму генератор, разберу, посмотрю его. А там уже будет видно. Вот такой вот получился ролик. До следующего видео и всем пока. Я им поэтому номер не дал. Нет, я ему твой телефон не давал. С моего звонили. А я ей поэтому и подумал, подозрительно, поэтому и со своего телефона звонил. Вот эта защита, она на какие модели? Вот да. Да, да. Так, классики. А на шестерку подходит она? Да. Да, это одна. Это последняя у вас? Да. Вот сзади же. А, можно сказать. Тебе это куда? Это как бы не защита, это... Да, кожа. Кожа. Я понял. Там еще под него идет защита. А. Так, сколько он? 240. Mm-hmm. Тут 21.05 просто написано. 21.05, ага. Тогда не пойдет. Пойдет. А если померить по-старому? Старый. Не знаю, подходит, не подходит эта защита. В принципе, 240 рублей.